Да, мы возвращаемся на ВЦГ случайно, чисто случайно. Тиаш играет с Муном, да? Нет, с Лавлиетом. Хорошо, извините. Пропустили начало, увы. По нашей вине пропустили начало. Ссылку на хэт, молодцы. Правильно, правильно. Включаемся. Значит, первый козел, вторая панда. Доиграем позже. Но если там не ливнут, то доиграем позже. Я просто паузу поставил всем. Увлекла меня, конечно, фуфашечком. Я пропустил начало. У панды многообещающий артефакт. Вампиризм. Видим, что есть экспанд у Тиаша. И догоняющий у Лавлиета. Контролит. Спасает Веспа. Один удар оставался до смерти, но... доконтролил. МК тоже с вампиризмом, но ему не так он нужен. Так, МК второй, панда четвертый. Это более-менее нормально. Да, Хавка играла с Муном. Хавка играла с Лолайтом. Хавка играла с Муном. Спойлерить не будем. И тут же в чате написали. Бывает. Добивает последних нейтралов на карте. Барабаны, прекрасный артефакт. Приз стоит, лечит репла, который под прикопкой, а потом думает, блин, я же адепт. Я же могу сделать вот так. И диспелит. Ну что, я полагаю, что это будет тайминговый пуш. Сейчас третьего Маутен Кинга попробует получить. Не факт, что получится, кстати. Не факт, что экспы хватит. На големе. Да, получает. Впритык. И плащик горения. Отличный диспел от Дриад, но тут же прилетел залп от мортир. Все, сейчас нужно идти на экспанд. Вот тот самый 70 лимит. Пытается сейчас по всяческими правдами и неправдами выиграть время. Свиток шикарнейший влетает. И тут же дриады получают опять залп от мортир. Бах, бах. Ой, вот такой подставы не ожидал никто. Арча тоже, что с пандой, с которой они с самого начала вместе. Еще в таверну приходил. Добряк, пивовар. Наняли, пошли крипиться весело. Он шутейки там подливал. И тут вот так вот бочонком ушатал Арчу. Так, пробегаем. Сейчас свитки и в бой. Нельзя затягивать. Так. Фейрик. Первые медведи, вампиризм. Панда еще хорошая. Наполовину пятая. Может быть и получится. Но там лимит 80. Со шредером идет вперед Тиаш. Немножко припозднился пуш, но ему по-прежнему значительно больше. Плюс 20 лимита у него. Мортиры не оставляют времени на раскачку. В считанные секунды сносят Мунвелл и Барак. Панда урывками пытается надышать. Ну, придется врываться. Уже саплайблок у Лолайта. 63 на 60. Там паладин, там Т3. А как здесь сражаться-то вообще? Так, они бомбят. Все, фейрики пошли в форме. Началось сражение, клэп шикарнейший, по всем четырем медведям заходит. Дриады офигевают от количества шрапнели, которые прилетают. Там уже есть шреда.
коллайп шикарный. Архмаг почти пятый. Падает первый медведь. Изи для Тяши, короче. МКУ свитком лечит. Плюс паладин есть. Нет, это ГГ. Соответственно, экспанд падает. Вот-вот-вот-вот. Тут 80 лимита. Пишем ГГ и выходим. Сценарий Лалайт понимает. Да, привет, Монтяж. Так, ну что, у нас пока есть время, мы можем... Воу! Эй! Рэдди? Все готовы, отлично. Beyond the game! Что? Мое сердце жаждет битвы. Блин, что-то в этом есть. Ты меня уважаешь? Слава высшим эльфам! Постройка завершена. Так, золотой рудник скоро иссякнет. Слава высшим эльфам, о чем вы просили? Надо вот эту базу забрать. Ой! Ой, там гарк сколько. Контролят весь. Попал, скажись. Как будто на финале ВЦГ играю. Держись только в курсе, когда там игра начнется, потому что... А, я же слышу, блин, точно, я же музыку слышу. Мозгов-то нет? Так, нужно уже готовиться к танчикам. Гарк он мне зря отдал, конечно. Эй! Эй! Мое сердце жаждет битвы. Готов! Небо зовет! Быстрее, смертный! Без проблем! Бой готов! Быстрее, ветка! Небо торопись, смертный! Мне ветка! Ты меня уважаешь? Мое сердце жаждет битвы! Гарги развалились. Норм. Как же бесит эта музыка, да? Да, наливает. Стоп. А, это музыка, я понял, да. Блин, альтап опять.
Эй! Закончились. Да, да. Хорошо. О, зачем вы просто? Торопись, смертный. Message will be her. Сообщение будет ее. Выходим, центр. Отличный там артефакт еще продается. И корона королей. Собе маску возьму панде, пожалуй, потому что ей особо... Естественно, корону сюда. И еще бы инфернальчика взять. Ой, там еще ресторейшн есть. Блин, какие же классные артефакты. Давайте попробуем. Сейчас я подключусь тогда к разговорчивому товарищу. Где он там? Этого кафес не трогаем. У нас ноучат вообще в игре. Вот он. Блин, там такая что-то конская штука. Да, дичь. Я пока не знаю как. Но его точно нужно убивать. Так, заканчивается. Здесь шахта ставим, здесь шахта. Young game. О-о-о-о, хочу. Ну где панда? Ну здесь ее отпустит, да? Что-то он контролит еще, зачем? А, у меня панда не в группе. Что там у нее за проблемы такие? Надо лишить его. Ну, вроде норм. Надо музыку только выключить, а то как-то слишком много музыки на... Проверяем те базы, которые он мог на халяву поставить и собирать. Сейчас пока добыча идет. Да, пожалуйста. Нет. Ой, ВКФС. Ну, эту нычку, конечно, не стоит отдавать. 10к, в конце концов. Ой, да ладно. Все, поехали. Включаемся в игру. Выключил не ту музыку. Я не мог ту выключить, потому что я тогда не узнал бы, когда они начнут тиаж с лалайтом. Поехали.
панику-то поднял гитар-плеер. Я уже пошел там ретрансляцию стоп отрезать. Всех бы упала там запись. И трансляция на какое-то время. Смотрим вторую игру. Тяж, конечно, машина. Некто, представившийся Рочно. Как Рауч, поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: Мишкер, вчера так бурно спорили Н или М. Так. Успокоились, лишь прочитав текст песни. Так мы его знаем наизусть. Но вот в чем проблема. А ты уверен, что исполнительница читала текст? Более того, мы сегодня вернулись к этому вопросу. У нас же специалист вырезал... Минус оставил только ее голос. Мы послушали, что она пропевает. Она действительно не говорит нормально по-английски. Она поет разные слова. Вот. То Beyond Again, то Beyond the Gain. Вот. Ну, в общем, есть у нее какие-то проблемы с произношением. А так, You and I, we have met before through the magic of the moment in cyberspace. Мы знаем слова этого гимна великого. Потому что в свое время слушали его много. Каждый ВЦГ он вот играл. Спасибо за соточку. Крипинг. Лолайт на этой карте дважды играл через Варденко, но не в этот раз. Как вы видите, первым козел. Видимо, он знает, что тебя же знает, как это контрить. Я, правда, сам не знаю, как это контрить. Ох! И сразу на макро такой задел. Оба ставят экспанд. Козел с одним бараком и арчой. Количко регенерации жизни. Ну, учитывая то, что постоянно козел получает. Постоянно в контакте. Колечко ему пригодится, конечно же. Так. Зачем-то нам показывать ашевскую базу. Ну, хотя особо что показывать. Там экспанд строится. Крипинг обоюдный. Вы видите, что выпал одному... Короче, Тяшу больше повезло, конечно, на артефакт, потому что выпадает сантриварт, и он может с ним и арчей начать шатать. Слушайте, вообще он может же экспанд отменить на пофиг, нет? Ставит вард, теряет фута, добивает, кажись, и врывается в эксп. Эксп достроен на 65%. Lightning Shield пошел. Хватит ли урона? Развел очень грамотно, конечно. Да, надо тратить пару виспов для того, чтобы не отменили. Пожадничал. В результате и виспов потратил, и не... Иночка вынужден был отменить. Блин. Да, обидно. Ну, в идеале, конечно, ты должен встречать архмага. То есть встречать, сделать так, чтобы он не развел элементалии, чтобы ты его задел, элементалии задел, чтобы они не успели, как в данном случае, еще и урона понаносить, пока ты там разобрался, в какого элементалия закидывать виспа, как там его добивать, еще там с этими с футменами что делать. Короче, встречал он его поздновато. Потому что если бы реально он двух нормальных виспов задиспелил на подходе, то, скорее всего, нычка бы устояла. То есть он и меньше виспов бы потратил. Он то ли трех, то ли четырех даже потратил виспов. И еще пришлось экспанд отменить. Сейчас у Тиаши особенно... Учитывая то, что там вард стоит, и он прям четко знает, что там по таймингу, по прогрессу экспанда, он может просто отменять чуть ли не по КД его, если правильно все делать. Он прибегает в очередной раз. Ха, кипер третий. Lightning Shield дом отводит, заставляет отвести одного футмена, но это не так сложно. Да, будут потери, естественно. Естественно, будут потери.
Минус один фут. Второй может отдаться на... Я не знаю, там добил, не добил, опять же. Вот, но самое главное, это экономика. Понимаете, экономика. Там же экспанд работает. Все. Там экспанд работает. Здесь можно еще вард поставить. Просто на выходе тык, чтобы понимать, как он передвигается. И не хочет. Может, ближе к магазу это сделает. Там... Что? Понти развела человека на фыбу. Предупреждение. А, понятно. Казбек не справился, да? Горячий мужчина. Мужик, просто мужик. Эх, не скучно в чатике, зато не скучно. Что-то Архмаг всех добивает. Своих. Идет пуш от Лавлиета. Очень жесткий причем. Так впечатление, что это вообще улы. Не? Экспанд-то у нее не строится. Не, ну это нереально. Вы что? С ума сошли? Подрезает фута. Может, он сделает здесь магазин какой-нибудь или там пару ваовов. Но вот эта вот бесцельная беготня за Архмагом, она очень странно смотрится. Как будто у Лавлиета вообще не осталось никаких нормальных опций. Что он решил вот в такую мега-агрессию пойти. Да не, забей. Изи для тебя аж, еще быстрее все закончится. То есть нычка не делается. Минус 2 виспа. Минус арча, минус 3 виспа даже еще. То есть там колоссальные проблемы с экономикой, с лесом в частности. Свой экспо был отменен дважды, но это унижение. Ну, в принципе, повторю, он виноват в этом сам. То есть, если выбрал такой агрессивный экспанд, нельзя подпускать Архмага с элемами так. Потому что элементали, они там за вдвоем за четырех футменов орудуют. А, пожалуйста, убеждается просто тебя, что все изи. Экспанда нет. Главное сейчас не простерять вот на мелочи. Не нужно быть излишне агрессивным. Так, оседочка в футов. Отступаем. То есть, тут даже сложно представить, что должен сделать и тот, и другой в совокупности, да? То есть, как нож должен набожить один и нашибаться второй, чтобы... Ну, в пределах своего рейнджа по уровню, естественно. То есть, понятное дело, что если пойдешь там через мув на деревьях отдашься, шансы, естественно, противнику увеличиваются. Но вот в рамках возможной ошибки с учетом уровня игроков, тут должна случиться цепь невероятных событий, чтобы вот это вот лалает с одной базы, с нераскачанными героями, которые сейчас кругаля нарезают и пытается хоть кого-то убить, вернулся в игру. Да, у него чуть позже, конечно, Т2. Получается, нифига себе, какой он дерзкий. В бой! Разводит арчей, боится, что панда сейчас дыхнет. Панда вообще ни по кому, кажется, не попала из арчей. Прикопка. Минус арча. Тратить прикоп, конечно, на элем, учитывая то, что у тебя дрядки уже появляются. Так жалко. А, тут воркшоп уже вовсю. Минус рабочий, правда, но очень битый арчи, очень битый кипер. Герои почти без маны. Первые присты появляются. Мун имба, только у императора есть шанс, говорит Хавк. Хавк, там на некоторых картах я, естественно, нубас со своего экспертного воркшоп раньше. Воркшоп нужно делать на картах, где он точно хорошо с дирижаблем будет. С дефолтным вертолетиком, все. А так-то все замечательно. Ну, чтобы не терпеть так долго, не смотреть, как там панда параллельно крепится и нычки по всей карте строятся. А нормально отбиться. Он те же самые 2,5 сотни тратит на этот дирижабль.
Выстраиваешь, отбиваешься, изи. Так. Так, так, так. Восстанавливает, как вы видите, ловлеет базу. Но там даже тайминга нет. Сложно предположить, какой лимит даже будет у тиашек к тому моменту, как достроится нычка. Уже есть диспл. Уверен, что там еще Т3 в заказе. Все мега красное, но не хочется отсюда уходить тиаш, естественно. Потому что, с другой стороны, у ловлиета тоже все красное. У тебя присты работают, и... Но зачем отпускать? Надо крепиться. Третья АМ, вторая панда, все это нужно. Так. Что там выпало-то? Ну тыкните на панду, пожалуйста. Да, касл уже доделывается практически. Сорочки пристыдно, уже под 80 лимита у него. А там только дорутил из шахты. Понимаете? Какая же грязь. Максимум минута есть сейчас у Лала. Это максимум. Думаю, даже пораньше выйдет. Засекаем. Блин, тут секундомера нет. А, есть у него в БСе. 26-40. Сразу на мэйдж, что ли, пойдет тяж? Похоже, что да. Может быть, он даже не уверен на 100%, есть там экспанты или нет. А, нет, он крепится и идет. Но вот это странно. Это очень странно. Может быть, ждет тайминга того же самого Innerfire и картечи. Так что с минуты я погорячился. Так. Осталось буквально 30 секунд, но мы явно не уложимся в этот временной промежуток. Да, не укладываемся. 58 лимита на 80. Первые медведи. Медведь от сеточки пострадал. И заходим к противнику на мейн. Картина страшная. Панда с амулетом маны, с большим камнем маны. Анлим у нее 420. Как-то подтанцовывает странным образом тиаш. Винные пары дыхания на трех медведей. Мортиры вперед. Бегут, пытаются попасть по козам. Не доконтраливает тяж. Дико не доконтраливает. Свиток нужно уже сейчас читать. А свиток вообще есть? Падает мишка, падает райфл. 59 на 73. Ну, на самом деле, Лалайт еще из этой ситуации умудряется кого-то убивать. Что странно. Надо пробивать. Да, выкинул амулет маны, пропил камень. Да, пропил камень маны. Проел. И панда снова целехонькая. 75 лимита у эльфа, все красное. Да, эксмант работает, но скорее всего он ему не поможет. Все же, видите, даже косарь на руках, даже больше 1000. Он реально расслабился после того, как, видимо, увидел, что у противника экспанда нет. И пропала четкость в таймингах. То есть уже пошел там покрипился немножечко. Не доконтролил местами. Лалайт прям старается. Старается, сопротивляется. Пошел Inner Fire. Алхимик очень битый. Картечи весьма эффективно работает. Медведи не могут противостоять такой связочке. Кастеры, тем более с рифлы с Innerfire. Медведи по нулям. Скорее всего, рифлов 2 грейда на атаку уже есть. Как же здесь Mountain King-то не хватает. Сейчас будет дыхание шикарное. Не добил почему-то медведя. Не достало дыхания. Вроде капа не было по количеству целей.
Прям очень старается Лавлет. И Веспо выводит. Тут уже кони с Интерфаером прискакали. Диспл отличный. И по героям. И снимает еще Интерфаер. Винный пары дыхания шикарно прикапывается панда. Палыч приходит. ГГ пишлала и 2-0. Так, давайте я запись остановлю тогда, когда мы доиграем ФФшечку. Тем более, там мало осталось. Там либо этот товарищ отобьется. Да у него герой шикарный по уровню и по... Давайте узнаем, кто тут в игре. Три человека в ВК-фест. Вот это вот второго надо убивать. И просто парень. Да, все здесь. Так, мне бы еще сделать вот так вот. Опять работа. Здесь нельзя строить. Хорошо. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. Да. Затариваться, делать грейды. Делать танки 3-3 вообще нужно. Внемлю ваши слова. Это лишняя штука. Да. Ну, мне неведом страх. Поторопись, смертный. Отменять центральные там базы какие-нибудь. Сильно самому не теряться. Ой, что я сделал? Да. Угу. Куда летим? Мое сердце жаждет битвы. Что я сделал? О чем вы просите меня? Внемлю вашим словам. Что? В центре у нас есть кольцо плюс 3, правда, только. Проверяем центральную эту базу. Мое сердце жаждет надо сюда битвы. Что? Лезть, куда? Менять центральную меня? Эту Андеду. Точнее, Андеду Эльфу, сори. Куда летим? Исследование завершено. И лезть. Желательно не кормить его при этом, при всем. Но напрягать, короче. 7-8-7. Знаете, что? Быстрее вверх. Как у него тут все серьезно. Будет исполнен. Куда летим? Мое сердце жаждет битвы. Быстрее, смертный. Куда летим? Мне неведомо. Герой, еще по одной. Исследование да, завершено. Мое сердце жаждет битвы. Что? Герой очень хороший опять. Опять с героями. Мое сердце жаждет битвы. Быстрее, о чем вы просите? К бою готов. Выебать хочешь? Внемлю ваши слова. Как прикажете. По имя смертный. Мне неведомо страх. Внемлю вашим словам. Поторопись, смертный. Мое сердце жаждет битвы. А чем вы там просто парень еще свои экспанды мы будет делать. Не, надо сейчас избавляться от хапков. Что? Уже лечу. Неведом страх. Выходить в грифоны, танки. Внемлю вашим словам. Будет исполнен. Контролить экспанды. Трепещите, враги. Куда летим? Мое сердце жаждет битвы. Исследование завершено. Быстрее, смертный. Мне неведом страх. О чем вы просите? Я правда не знаю, как лучше избавиться от хапков, так что. Мне неведом страх. О чем вы просите? Что? Мое сердце жаждет битвы. И убивать их не хочется вот так просто в тупую. Мое сердце жаждет битвы. Исследование завершено. Внемлю вашим словам. Что? Мне неведом страх. Готов. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. О чем вы просите? Смертный. Мне неведом страх. Там просто Лич опять же качественный. Мое сердце жаждет битвы. Смертный. Инфернал. Золотой рудник скоро иссякнет. Мне неведом страх. Поторопись, смертный. К бою готов. Быстрее. Мое сердце жаждет битвы. Так, вижу еще инфернальчик. Давайте возьму, пожалуй. Надо посмотреть, может, можно диспов поубивать у него. К бою готов. Что? Пулхаус мыч. Конечно, ты же чатишься. Что? Куда летим? Небо ты. Зовет. Опасно. Быстрее вверх. Бою готов. Лечу. Куда летим? Небо конечно, зовет. Пулхаус. Сейчас еще танки пойдут. Почту за честь. Еще весело быстрее, будет. Быстрее, смертный. Уже лечу. Небо зовет. Смертный. Лечу. Исследование завершено. О чем вы просите меня? Так, рунные браслеты можно взять еще повелителю огня. О чем вы просите? Поторопись, смертный. Уже лечу. Быстрее ветра. Мне неведом. Быстрее, посмотрим, смертный. Чтобы в центре у меня ничего не было. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом. Доделываем там грейды на армор последние. Куда летим? Поторопись, смертный. Куда летим? Небо. Внемлю ваши слова. Поторопись, смертный. Никакой пощады. Мое сердце жаждет битвы. Не дай себе засохнуть. О чем вы просите меня? Мне ну, ваши еще слова. По одной. Как приказ на нас напали. Мне неведом страх. Грифоны даже лишним. Мое получается. Сердце жаждет битвы. Что? Лечу. Уже лечу. К бою готов.
О чем вы просите меня? Будет исполнено. Грифоны тоже лишние. Быстрее, смертный. Правда, сварм еще как неприятный. Он же... Быстрее, о чем вы просите меня? Мне он же на технику действует. Уже лечу. Как гром с небес. Мое сердце жаждет быстрее, битвы. Смертный. К бою готов. Поторопись, смертный. Мне неведом страх. Готов. Мне вашим словам. Быстрее ветра. Небо зовет. Мое сердце жаждет поторопись, битвы. Смертный. Сливаем хапков. К бою готов. О чем вы просите меня? Быстрее, смертный. Уже лечу. Мне ваши слова. Не хватает сердца битвы. А, у меня леса нет. Шреддер, ё-моё. Наш город осаждают враги. Не дай себе засохнуть. Мне неверный страх. Мое сердце жаждет битвой. Золотой рудник обрушился. Мне неверный страх. Почту за честь. Да, господин. Мое сердце жаждет битвой. За веру да. И народ. Надо держаться. Мне неведом страх. Надо держаться. Мое сердце да. Жаждет да, битвой. Господи. Чего? Ну, я пошел. Мне неведом страх. Внемлю ваши сделать слова. Нормальный лимит. Желательно бы еще добавить престол. Чем вы просите меня? Мое сердце жаждет да. Битвой. Танчики, соответственно, не знаю, даже сюда, наверное, как. Внемлю ваши слова. Надо быть готовым просто выходить. Мне неведом страх. Убой. Мое сердце жаждет битвой. Угу. Леса ну, не хватает. Ну, я пошел. Хорошо. Давайте, ребят, давайте. Да, господин. Мне неведом страх. Опять работа. Внемлю вашим словам. Опять хрень какая-то. О чем вы просите меня? Они артефакты. Мое сердце жаждет битвой. Да, мне неведом страх. Чего? Хорошо. Мое сердце жаждет пытаюсь битвой. Пытаюсь отменить у него базу. Как прикажете? Даже уже не парится почту по поводу. Почту за честь. Внемлю вашим словам. Нычки мне своей. Неведом страх. За веру и народ. Я не знаю, какого. Сердце жаждет опа, битвой. Извините. Будет исполнено. Не дай себе засохнуть. Внемлю вашим словам. Положись мое на меня. Сердце да, еще по почту за честь. Как прикажете. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. А, у меня нет же еще. За веру и народ. Смерть неверной. Да, он нормально контролит. Мне неверный страх. Ты меня уважаешь? Мое сердце жаждет битвы. Не дай себе засохнуть. О чем вы просите? Мое неплохо. Сердце жаждет битвой. Мне неведом страх. Та-ра-та-ра-та-та. Message will be heard. Внемлю вашим словам. О чем вы просите? Выпить хочешь? Внемлю вашим словам. Почту за честь. Будет исполнено. No. Мое сердце жаждет битвы. Ты меня уважаешь? Мне неведом страх. Но еще по одной. Внемлю вашим словам. Да, но все равно что делать. Страх. Догорели, догорели. Внемлю вашим словам. Панда, не нет. О чем вы просите? Что ты делаешь, ну? С радостью. Внемлю вашим словам. Но еще по одной. Да без мне проблем. Мне неведом страх. За веру и народ. Почту за честь. Будет исполнено. За веру и народ. Какая грязь, Миш, что нельзя так, ну... Меня? Как прикажете? Мое на сердце жаждет а ничего битвы. Себе ты ходишь. О чем вы просите меня? Непонятно в чем, мать. Внемлю ваши так, слова. Короче, нужны престы. Будет исполнено. Да, господин. Хорошо. Хорошо. И для Innerfire, и для остального всего. О чем вы просите меня? Внемлю ваши попробуем слова. Сейчас артефакты еще понадыбать. Да. Ну, рабочие, мое конечно, стараются. Третий армор. Мне неведом страх. Проблема просто в как героях. Прикажете? Исключительно в героях. Мое его, сердце понимаете? Жаждет битвой. Некуда класть. О чем вы просите меня? Да, господин. Хорошо. Угу.
Мое сердце жаждет битвы. На нас напали. О чем вы просите? Мое сердце жаждет битвы. Еще по одной. Думаешь? О чем вы просите? Ну зачем? Не дай себе засохнуть. Мое сердце жаждет битвы. Мне кажется, что это ошибка вообще. Внемлю вашим словам. Грифонов строить. Как прикажете? Фаерлордо! Заверу и народ, как прикажете? Ты меня уважаешь? С радостью! Сердце жаждет битвы. Такой вообще... Внемлю вашим словам. Игрок я, как крыса последняя просто. Как крыса последняя. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Как прикажете? Что такое? Мое сердце жаждет битвы. А ну-ка, стопэ. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Извините. Был неправ. Ох, там прилетает такая плюха от Фаерлорда. Это уровень. О чем вы просите? Не, на вы не хочешь? Внемлю вашим словам. Но еще по одной. О чем вы просите меня? Ты меня уважаешь? Мое сердце жаждет битвой. Как прикажете? Не дай даже не знаю. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Ты меня уважаешь? Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. О чем вы просите меня? За веру и народ. На исследование напали. Завершено. Тара-тара-та. Почту за честь. Мое сердце жаждет битвой. О-о-о. Просто парень еще бегает. Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет битвы. Не дай себе засохнуть. Ладно, давай отправляем Палчисона. Мне неведом страх. Немножко танков дополнительно. О чем вы просите меня? Исследование завершено. Мне неведом страх. Так. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. За веру и народ. Опять работа? Да, господи. О чем вы просите меня? Ну, побежали кое-как. Мое сердце жаждет битвы. Я только не прав с тем, что отправляю опять непонятно каким макаром танким. Вроде центральную базу надо убивать и... Спасибо большое. Мне неведомо. Золотой рудник скоро иссякнет. Угу, тролли начали меня тоже подшатывать немножечко. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет. Внемлю вашим словам. Продолжаем давить. Но еще по одной. Но он опять телепортируется. На нас напали. Ты меня уважаешь? Но еще по одной. Ты меня уважаешь? Выполню любой. Все плохо, конечно, сейчас действует. Да, потому что минус весь воздух. Черт знает, где находится. Нет, глупость, конечно, сделал. Ну, палочь, черт знает, где. Банда не работает. Зачем пришел? На нас напали. Да, понятно. Внемлю ваши слова. Ты меня уважаешь? Мое сердце жаждет битвы. Вы не хочешь? Чем вы просите меня? Мне неведом страх. Вы не хочешь? О чем вы просите? Ну, больше став. Вы не хочешь? За качество отвечаю. Внемлю вашим словам. Чем это убивать? Не ясно. Мое сердце жаждет битвы. Просто не ясно. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Будет исполнено. Может быть, даже не имеет смысла выходить из лимита. Выпить хочешь? Мне неведом страх. То есть иметь, конечно, там засадный полк какой-нибудь хитренький. Зачем вы просите меня? За веру. Ну, по сути. Не дай себе засохнуть. А нужно просто сидеть за вышками и улыбаться. Кто-нибудь ранен? Внемлю вашим словам. Ну а что еще я могу сделать? Почту за честь. Отменять ему базы и все. И закупать героев. О чем вы просите? Минус в том, да, что... Хорошо. Угу. Ну, мне неведом страх. Как прикажете? Откип.
Внем ли вашим словам? Почту за честь. На что жалуетесь? Мне неведом страх. О чем вы просите? Выпить хочешь? За веру и народ. Почту за честь. За веру и народ. Мне надо еще сверху страх. Посмотреть на экспанд, да? На этот, в частности. Здесь нельзя строить. Внем ли ваши слова? Мне не проверяем, страх. Здесь просто золотой парень пробует строиться, а не против. Хорошо. Естественным. Внем ли вашим словам? За веру и народ. О чем вы просите меня? Ну. Мое сердце жаждет битвы. Так себе. Дропать танки нельзя. Почту можно, но всего два помещаются в... Мне неведом страх. В дирижабль. О чем вы просите меня? Поэтому... Мое сердце жаждет так удобно. Битвы. Не дай себе засохнуть. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Угу. О чем вы просите меня? Пойдемте пытаться разводить. Мне не лишних рабочих убиваем. Да, господин. Чего? Хорошо. Внемлю вашим словам. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. О чем вы просите меня? Возможно, у него еще где-то есть, конечно. За веру и народ. База. Во имя. Это просто парень. Можешь? Не трогаем. Внемли вашим словам. Мое сердце жаждет битвы. Что там, Казбек? О чем вы просите? А, видимо, в личку начал, да, писать. Ну, это... Опять работа. Конечно. Мое сердце жаждет битвы. Да свершится правосудие! О чем вы просите? Не дай себе засохнуть. Мне неведом страх. Внемли вашим словам. О чем вы просите? Наш как герой погиб. Ну да. Ты меня уважаешь? Да без проблем. Внемлю ваши слова. Что еще сделать? Мое сердце жаждет битвы. Давай, выжить хочешь? Какая страха обещаю? Да это ошибка во всю страну. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Давай, выжить хочешь? С радостью. О чем вы просите? Да, он все равно отбивается довольно уверенно. Ты меня уважаешь? Хочешь? Мое сердце жаждет битвы. Как прикажете, будет исполнено. Смерть неверная! Мне неведом страх. Довольно уверенно отбивается. Не дай себе засохнуть. Мое сердце жаждет битвы. Выпить хочешь? О чем вы просите меня? Внемлю вашим словам. Ты меня уважаешь? Пивка для рывка. Мое сердце жаждет битвы. Та-ра-та-ра-та. Внемлю вашим словам. Не дай себе засохнуть. Мое сердце жаждет битвы. Ну, еще по одной. Мне неведом страх. Почту за честь. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Ну, еще по одной. О чем вы просите меня? Да. Внемлю вашим словам. Ну надо сразу танчики. За качество отвечаю. Пивка для рыбка. Мое сердце жаждет битвой. Мне неведом страх. О чем вы просите? Не дай себе засохнуть. Во имя света. С радостью. Мне неведом страх. Смерть неверным. Ты меня уважаешь? Мое сердце жаждет битвой. Как прикажете? Мне неведом страх. Выпить хочешь? Да без проблем. Во имя света! Будет исполнено. Мне неведом страх. Ты меня уважаешь? О чем вы просите? Мне выпить хочешь? Мне ваши слова. О чем да. Вы просите меня? Не дай себе просто крысам. Да уж, а что мне еще делать? Мне герои такие, хрен убьешь его. Дредлорд, Лич Фэрл, этот. Питлорд. Ну, Питлорд, ладно, не такой жесткий. О чем вы просите меня? Все остальные. Мое сердце жаждет битвы. Жесткие. О чем вы просите меня? Да, мой друг. Подводим престол. Мое сердце жаждет битвы. Выпить хочешь? С радостью. Внемлю вашим словам. Ты меня уважаешь? За качество отвечаю. Мое сердце жаждет битвы. Почту за честь. О чем вы просите? Не меня? Дай себе засохнуть. А лучше, наверное, надо передать так вот. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю вашим словам.
и новые танки. Короче, танчики сюда, и герои сюда, поехали. Битвой. Чем могу помочь? Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Мне было реплашмент поушен, брать. Он восстановит героев, естественно. Сейчас надо понять. Страх. Вообще нужно лишить его мунвеллов. Это самое главное. Это основа по героям. Дальше у него экономики особо нет. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. А, рок ветров у меня есть, упал очень. Конечно, надо продать слот. Мое сердце жаждет битвы. Абсолютно лишний. Выпить хочешь? Пивка? О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Ты меня уважаешь? Внемлю вашим словам. Как прикажете? Мне неведом страх. Да свершится правосудие! Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Минус фейл сразу. Мое сердце жаждет битвой. Пусть гинет тьма. Еще по одной. Да без проблем. Мне неведом страх. Мне не важны слова. Будет исполнено. Не дай себе засохнуть. О чем вы просите? Ты меня уважаешь? Сразу. Мое сердце жаждет битвы. Мне не важны слова. Да, слип. Хорошо контролит он. Мое сердце жаждет битвы. Не дай себе засохнуть. Мне неверно страх. Хочу за честь. Смерть неверная. Ты меня уважаешь? Не дай себе засохнуть. Да скажется правосудие. Еще по одной. Внемлю ваши слова. Купая таймшум. Хочешь? Да без проблем. Сразу. Блин, надо было, конечно, телепорт жать раньше. Ты меня уважаешь? Не дай себе засохнуть. Внемлю ваши слова. Да, неплохо. За веру и народ. Мне неведом страх. Внемлю ваши неплохо. Слова. О чем сюда. Вы просите? Будет исполнено. Ну, мне неведом страх. Там у них... Я не смогу делать, например, тех же самых грифонов. Может, брейкер замасить. Брекер вроде неплохо битвы. Зайдут. Мне неведом страх. Регинимся психолочку, короче. Мое сердце. Следующая игра на ВЦГ через час, насколько я понимаю. Мне неведом страх. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Кто-нибудь ранен? Внемлю вашим словам. Сделаем ТП. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Ну, что там? О чем вы просите меня? Как прикажете? Внемлю ваши слова. И поехали снова. Мне неведом страх. Так, Фаерлорда бы еще каким-то макаром. Чем могу внемлю вашим словам. Так, есть рестор. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Хочешь? Продаем. За честь. Покупаем. О чем на вы что жалуетесь? Так, что можно... Давай мне так, хотя бы. О чем вы магия будет меня? Моей. Внемлю вашим словам. О чем вы просите меня? Так, побежал. Инфернал. О чем вы просите меня? Поехали танки. Мое сердце жаждет битвы. Линвучек бы затарить. Внемлю вашим словам. Хотя бы. О чем вы просите меня? Внемлю вашим словам. Хотя бы. О, он откроется, я понял. О чем вы просите все, меня? У него больше ничего будет нет. Исполнено. Это радует. Внемлю ваш... Но самое опасное это не экономика, это не битвы. Армия. То есть, в принципе, мы можем сделать лимит. Мне неведом. Самое страх. Опасное это герой. Почту за честь. О чем вы просите меня? Будет исполнено. Говори. Почту за честь. Мое сердце жаждет битвы. Так, чтобы... За веру и народ. Сплэша было будет поменьше. Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. И о поехали. Чем вы просите? Посмотрим, меня? Что здесь осталось. Почту за честь. Как прикажете. Постройка завершена. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Мое сердце жаждет битвы. Хреново, если что-то сплит. О чем вы просите меня? Магазин надо ушатать. Мне неведом страх. Так, Шреддер. Чем вы просите меня? Старается. Будет исполнено.
Вот, а потом уже с двумя оставшимися попробуем справиться. Не факт, что получится, естественно, но... О чем вы просите меня? Это вы видите даже в лоб. С одними героями сложно убить. Я люблю ваши слова. Слип сварм нова. Ага. Здесь начал строиться. О чем вы против меня? Мне неведом страх. Надо слабами. Понятно. Мое сердце жаждет битвы. Надо сейчас, наверное, пару дирижаблей взять. Мое сердце дропнуть жаждет к нему. Битвы. Как прикажете? Неверен страх. Мое сердце жаждет битвы. Жалим. Ой. Ой. Танки. Да, минус мейн, сразу делаем апгрейд здесь. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет битвы. Да, в принципе, можем мейн попробовать защитить. Не знаю, зачем, правда, но можем. Наш город осаждают враги. Не дай себе засохнуть. Внемлю вашим словам. О чем вы просите меня? Блин, и танки телепортировались. Внемлю вашим словам. Мое сердце жаждет. К сожалению. Внемлю вашим словам. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. На нас напали. Мое сердце жаждет битвы. Ой, ну конечно. О чем вы просите меня? Выбить хочешь? Выполнил работу. За веру и народ. Не дай себе засохнуть. Внемлю ваши слова. Наш быстрее. Город осаждают враги. Всего-то. О чем вы просите меня? Внемлю ваши слова. Выбить мое хочешь? Сердце жаждет битвы. Внемлю вашим словам. Как прикажете? Помоги. Мне неведом страх. Огонь моя стихия. Внемлю вашим словам. О чем вы просите? Не боюсь. Не факт, что получится, слова. Конечно. Наш город осаждают враги. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю вашим словам. Сайленс какие-то. О чем вы просите меня? Так, собрались, друзья, собрались кое-как. Надо сначала того добить, у которого 9-9-10. На нас напали. О чем вы просите меня? Наш город осаждают враги. Что он меня будет задалбывать? Чего? Полный вперед! О чем вы просите меня? Пробуем долететь. Там пачка гипсов, конечно, но я не знаю, как он прикрывает. Понял. Полный вперед! Наш город осаждают враги. Внемлю вашим словам. Как прикажете? Зоркий глаз. Нормально прикрывает. Отлично. Мне неведом страх. Так, осла еще нет, чтобы... Построй город, осаждают враги. Внемлю вашим словам. Ну, еще по одной. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю вашим словам. Виспыча нет. Не дай себе засохнуть. О чем вы просите меня? Да свершится правосудие! Наш город осаждают враги. Мое сердце жаждет битвы. Внемлю вашим словам. Ну. Чего? Сюда. Мне неведом страх. Ты меня уважаешь? Ты меня уважаешь? Мое сердце жаждет битвы. Наш город осаждают враги. О чем вы просите меня? Не дай себе засохнуть. Чего? Ты меня пугаешь? Чего? Я не знаю, есть ли у него там еще. Чем могу помочь? Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх. Мортиру можно достать? Нет, это же до этого не достать. Внемлю вашим словам. Ну что же, мы покупаем разных этих чем опять. Мое
Я не уверен, что у него больше нет. То есть допускаю, что он где-нибудь на халявку строит. Внемлю вашим словам. Что мне ж не пишется, что противнику откроется. О чем вы просите меня? Мое сердце жаждет. Значит, битвы. Что у него где-то мне что-то неведом есть. Неведом страх. Я ничего не боюсь. Внемлю вашим словам. Я ничего не боюсь. Мне неведом страх. Ну да, зачем, ну? Кто-нибудь ранен? Я нормально. Мое сердце жаждет битвы. Ты, Тиминг. Чем вы просите меня? Он же должен был написать, да, если бы... Чего-чего-чего? Мне неведом страх. А, у меня телепорта нет. Ой! Мне неведом страх. Ой-ой-ой. Мое сердце жаждет битвой. Как прикажете? О чем вы просите меня? Да, видите, бегает 10 уровня. Явно где-то у него есть что там. Чем могу? О чем вы просите меня? Не спеши. Выбирай сумму. Мое сердце жаждет битвы. Ты меня битвы. Пугаешь. Мне неведом страх. Так. Почту за честь. А, нет, все, это последний. Ну. Чего? Понял. Ой. Внемлю вашим словам. Выпить хочешь? Ты меня уважаешь? Время не ждет. Смотри и учись. Исследование завершено. Поехали. На нас напали. О чем вы просите? Не дай себе засохнуть. Добиваем он. Мое сердце жаждет битвы. Ну, кто там? Наш город осаждают враги. Внемлю ваши слова. Быстрее. Так, кто остался? Время не ждет. Два человека. Мне неведом страх. Как прикажешь? Ну, что там? Я почему не знаю, что там по... Быстрее. Время не ждет. Значит, надо вот сюда сходить. Магия сначала. Будет моей. Ты меня хорошая мысль. Мое быстрее. Сердце жаждет битвы. Взять всякие за там телепорты. О чем вы просите меня? Мне неведом страх. Я умер, если что. Ты один в один. Вы кафест умер? А, то есть там просто парень. Там просто парень. Окей. Внемлю вашим словам. Кто-нибудь ранен? О чем вы просите меня? Посмотрим, что просто словам. Парнем. Ну, кроме ее нижней базы, вот центральной. Мое сердце жаждет битвы. Герои вроде бы у него были не очень серьезные. Мне не уверен. Здесь базу он не поставил. Почту за честь. О чем вы просите меня? Попробуем, посмотрим. Мое сердце жаждет битвы. За веру и народ. Почту за честь. Ну, еще по одной. За качество обещаю. Как прикажете? Мне неведом страх. Ну, что там? Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом. Пятый Дейл. Будет исполнен. За веру и народ. Ты меня уважаешь? Мне не дай себе Сайленс хорош. Засохнуть. Инфернальчик там всякий. Мне неведом страх. А чего вы просите? Ты хочешь? Ну, еще по одной. Мое сердце жаждет битвы. Будет не исполнен. Дай себе засохнуть. Внемлю вашим словам. О чем вы просите меня? Во имя света! Мое сердце жаждет битвы. Да, с ним попроще должно быть. Не хочешь? Мне неведом страх. Внемлю вашим словам. Но еще по одной. За веру и народ. Да свершится правосудие. О чем вы просите? Как прикажете? Мне неведом страх. Будет исполнено. Почту за честь. За веру и народ. Внемлю ваши слова. Ты меня уважаешь? Да без проблем. О чем вы просите? Мне неведом страх. Справа у него мы. А, может, и внизу. Не знаю. О чем вы просите? Внемлю ваши слова. Так. Мое сердце жаждет битвы. Мне неведом страх.
О чем вы просите? О. Внемлю вашим словам. Будет исполнено. Отправляем, убиваем. О чем вы просите? Да, мой друг. Внемлю вашим словам. Можно, наверное, даже уже все точки сбора, соответственно, пораставлять. Мне неведом страх. Почту за честь. Сдавайся, пошли Хавка смотреть. Меня? Да. А там Хавка же. Внемлю вашим словам. Хавкуля играет. Все, поехали, друзья. Ох. Да, жарко, друзья. Смотрим, потом... Ладно, запись.